В Бресте всегда команда была с характером. Знаю это, потому что здесь выступал будучи футболистом еще. Я считаю, сегодня наша команда «Гомель» провела качественный матч. Единственное, чего не хватило, это забитого мяча на один больше, чем у соперника. Моменты для этого были, но, к сожалению, мы их не использовали, и этого нам для победы не хватило. Будут вопросы? Если можно, от футбольного клуба «Зеноблес», от пресс-службы вопрос по поводу того, как вы оцениваете со стороны то, что сейчас, как сейчас «Динамо» играет, какие перспективы в этот момент за выживание, которое ведется? Что можете сказать? «Динамо» хорошая команда, готовились, зная таких исполнителей, как Миша Грозичук, Эдгар Олегнович. Я думаю, что команда все-таки добьется своих целей, получится все, потому что демонстрирует качественный футбол. Видно было, что команда играла сегодня на победу, как и мы. И это четко видно в конце матча, когда атака на атаку. Это был нерв, были эмоции. Такая игра нравится зрителям, могло по-всякому получиться, но в итоге такая, думаю, боевая ничья, где никто не остался доволен.